Так, всем привет, дорогие друзья. Ага, вижу, подключается первый пользователь, второй. 11, 31, 68, 111, 167, 226. Да, смотрю, количество пользователей 261. 283, 315. Так, привет. Вот Маймулц колледж Динтуати локалитет Средняя Республика Молдова. Вижу Бельца. Италия, Санджирей, Гладяны, Ильян Кашу, да встрека Кашу, парк Илононта. У нас что-то сплошные свадьбы. Вчера, сегодня. Значит, вчера Бирюков выдавал дочку замуж. Ирина Малай вышла замуж. Также за нашего активиста. Сегодня у нас свакра Лена Паныш, генеральный секретарь партии. Так что сплошные свадьбы перед протестами. Все гуляют так, чтобы нагуляться. Я так понял, большинство даже спать не будут. Завтра сразу пойдут на протест. Так, вижу, народ со свадьбы подключается. Ребят, что хотел сказать. Завтра очень важный день. От того, насколько завтра будет представлен, насколько качественно будет представлено гражданское общество, настолько быстро, значит, мы избавимся от правящего режима сегодня в стране. Значит, сегодня мы, все те, которые понимают реально то, что происходит в стране, все те, которые понимают вот эти заигрывания не очень хорошие, я бы сказал, даже отвратительные, которые происходят между партией социалистов и демократами. Значит, с одной стороны, с другой стороны, есть сотни тысяч людей, которые понимают, что это все розыгрыш, что это все спектакль. Игорь Дадон отказался от победы, выходя с инициативой о смешанной системе. Значит, плюс по заданию Плохиша начал забивать окончательный, финальный клин, значит, между нашей партией и партией социалистов. Значит, чтобы они были все здоровы, но здоровье здоровьем, но сегодня мы обязаны оздоравливать все общество. Все должны понимать, что если мы допустим того, чтобы выборы, очередные выборы прошли по сценарию Плохотнюка, потому что по его сценарию они идут, ну, как минимум, с нашим участием, имеется в виду в политической жизни страны с нашим участием, значит, идут с 2014 года, когда бах, перед выборами, чтобы усилить Дадона, он снимает нас. Значит, ну и все остальное вы видели, я уже молчу про то, когда Плохотнюк, чтобы сохранить Дадона, поменял возраст президента, потому что вы понимаете, что покурить дали бы, мы бы им дали покурить сразу же в первом туре. И поверьте мне, что парламент в течение нескольких недель был бы уже распущен. А большинство тех, которые вы видите по телевизору, уже сидели бы сегодня в тюрьме. Поэтому я хочу поблагодарить всю нашу команду, которая по всей стране, значит, занималась тем, что информировала граждан о завтрашней акции, значит, которая пройдет в сквере перед парламентом в 12 часов. Значит, наши ребята, наши активисты, значит, все собираются на пересечении улицы Петру Мовилы, Штефан Челмари, это получается насчет центрального корпуса политеха. То есть в 11:30 мы собираемся там, и организованной колонной оттуда идем
в сторону сквера перед парламентом. Поэтому завтра в 11:30, значит, кто может, приходите туда, а кто нет, сразу приходите к скверу перед парламентом. Значит, очень важно, чтобы завтра мы все были очень активными для того, чтобы они все понимали, нет дураков, ребят, в стране. Да, есть люди, которым, к сожалению, показывают круглосуточно только там публику и остальные телеканалы Плохотнюка. Значит, людей зомбируют. Вот, для очередных, как очередную зомбо-акцию вчера выпустили, вы видели даже эту маленькую свиноматку с Лондона, значит, Горбунцов, Балакчи. Балакчи публикуют, что вылетает в Лондон за интервью, а там они сидят в соседних комнатах и друг с другом разговаривают по скайпу. Очень серьезно. Это было очень серьезно. Особенно, когда слушал про то, что вы представляете, оказывается, я был шашлычником. Значит, потом закончились деньги, решил заказать Горбунцова. Ну и прочий бред, который вы слышали. Значит, ну, не буду сейчас комментировать. Я выступлю отдельно на эту тему. И есть мне что вам показать дополнительно. Важно, что режим Плохотнюка боится народных акций, боится протестов. Завтра, чтобы как-то отвлечь людей, чтобы показать на своих телеканалах, что вот, смотрите, есть другое мнение и так далее. Значит, они завтра организовывают на местах, в районах митинги. Причем завтра, например, утром в Бельцах, значит, они собирают людей для того, чтобы отвезти их на митинг в Единиц. Для того, чтобы как бы показать, что вот люди поддерживают режим, значит, смешанную систему и так далее. Значит, вы понимаете, люди с Бельц едут в Единиц на митинг. Это, конечно, очень серьезно. Значит, прошу всех утром, у кого есть возможность, значит, у себя в населенных пунктах снимать на видео, все это выкладывайте в соцсети, чтобы реально страна понимала, что происходит. Значит, дана команда завтра тормозить весь транспорт, особенно маршрутки, автобусы, которые, значит, будут привозить людей завтра на протесты, тормозить их либо в радиусе 30-40 километров от Кишинева, либо прямо на въезде в город, если кто-то проскочит. Ребят, значит, снимайте всех их на видео, выкладывайте в Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, то есть снимайте на видео, как вас тормозят, как они проверяют аптечки, огнетушители, то есть чтобы вся страна видела, как полиция бережет правящий режим, который есть у нас сегодня в стране. Поэтому будьте завтра бдительными. Значит, очень надеюсь, ну не то что надеюсь, в принципе, если честно, я даже уверен, исходя из той информации, которую владею, что людей завтра будет очень много. Поэтому спасибо за вашу гражданскую ответственность, спасибо вам за вашу солидарность, за то, что вы завтра готовы выйти. И давайте, ребят, потому что кто, если не мы, граждане своей страны, да? Вот. Так, параллельно читаю смски. Вышел прогуляться, решил провести тренировку одну, но пока отказался. Значит, приходило там пару плохишей, значит, специально проводили тренировку, хотел посмотреть, как будут прыгать в озеро с мостика в озеро без воды. Как-то получилось у них не очень хорошо, поэтому сейчас будем проводить еще один турнир уже под утро, но будут прыгать уже с заплывом. Вот смотрите, пруд без воды. Вот, потому что плохиши прыгали без воды, а я хочу все-таки с водой. Значит, для тех,
наших соотечественников, которые находятся в городе Нижний Новгород, в Нижегородской области. Значит, сегодня ночью я выезжаю в Нижний Новгород, значит, по приглашению, значит, главы города, по приглашению губернатора. Значит, 12 числа у них День города, они отмечают День города и День России в один день. Поэтому я буду участвовать во всех официальных мероприятиях в Нижнем Новгороде. Значит, в прошлом году встречался там с нашими земляками, с выходцами из Молдовы, поэтому я уверен, что в этом году будет то же самое. Имейте в виду, те, кто в Нижнем Новгороде, я сегодня ночью выезжаю, завтра, послезавтра, два дня буду там. Так, спрашивает народ, где? Ну, те, кто уже узнают пейзажи, я дома во дворе. Значит, вышел посмотреть, все цветет, все так красиво. Прям тянет, знаете, к чему-то красивому, особенно тут огромное количество труда было вложено. И так как в это время года я всегда находился в Молдавии, а я же все это закончил, переехал в Молдавию, поэтому вот в таком количестве вот все прям цветущее. Прикольно, так часть цветов уже выцвели, к сожалению, так прикольно, сейчас покажу. Значит, вот сирень бьете в Москву. Смотрите, какая прикольная, да, крупная. Сирень бьете в Москву. Осталось еще пару тюльпанов. Значит, вот еще одна клумба. Сейчас покажу пару прикольных цветов. Значит, ну что-то уже выцветает, новые скоро зацветут. Смотрите, прикольные, да, какие полевые цветы, просто красота, да? О, это белое у нас. Мама всегда любила полевые цветы, поэтому у меня их больше всего. Здесь рододендроны выцвели, но рододендроны, они цветут несколько раз в год. Вот. Значит, здесь, смотрите, еще одна клумба тоже прикольная. Цвет такой голубовато-серый, да? Голубовато-серый. Значит, потом, значит, вот прикольная клумба еще одна, да? 2 июня в Москве был снег. Ладно, передачу «Сад и огород» проведем в другой раз. Поэтому, ребят, значит, от всей души, значит, благодарю всех тех, кто откликнулись на наш призыв участвовать в завтрашней акции. Значит, напоминаю, что наша колонна, значит, формируется в 11:30 пересечения улицы Петру Мувилу, бульвар Душ-Тефон-Челмари, это напротив центрального корпуса политеха. Кто не успевает, значит, кто-то может сразу захочет прийти к парламенту, поэтому welcome. Значит, давайте завтра туда, я буду с вами онлайн, значит, и обязательно нужно двигаться. Дяста Вадуреск, Совет Сунукент, Кытмай Фурмоз, Купарери Дереу, Чейка Рисун Спириас Шимпуш, Сапартич Пимыни Лактиуни Лепеделу Дин Район, Куаста Педеуни Шудата Нокштига Шнова Кштига, Импортант Нойс Фимуниц, Шисфачем Тотулка Селибиры, Республика Молдова Ди, Чучундри Леся Настрь. Королеве Мастас. Вот, поэтому
Значит, до завтра. Люблю вас, всем хорошего вечера. Делайте, пожалуйста, репосты, кто сейчас онлайн. И самое главное, нужно идти только вперед и ни шагу назад. И обязательно у нас с вами все получится. Все, ребят, я вас обнимаю, иду собирать чемодан и выезжаю в Нижний Новгород на день города. Значит, завтра с вами на связи. Все, пока. Обнимаю.